Ну что, ты все? И сам справишься. Вроде бы да. Ладно, я понимаю, ты испугалась, все дела. Вовсе нет. Смысл мне оставаться? А смысл тебе уходить? Не лучшая твоя попытка. Мне нужна помощь. Твоя помощь. Команда? Да, команда. Непривычно, наверное. Очень. Так сложно было? Нет. Ну, начнем. Ага. Посмотрим, что у вас там интересного. Вот, блин. Квартиры. Вот так сиськи. Выпирает прям как грейпфруты из пакета. Седьмая квартира. Педик. Но милый. Сойдет. Их, конечно же, десятая. Торгуешь наркотой, значит, а? Какой-нибудь нарик перережет тебе глотку и отстрахает труп. Ой. Подгузник менять. Смотри, а то упадет сейчас. Разбудила? Издеваешься? Я тут уснуть пытаюсь! Хватит орать! Я все объясню. Заткнись. Нет, послушай, я же... Заткнись. Я же не... Да заткнись ты уже, мешаешь. Реально, я могу все объяснить. Я, ну, просто я сидел в инете, и мне мой друг переслал одно письмо, и я стал отвечать. Забирай шмотки и вали нахер отсюда. Чего это он? Он же ассасин. Не, я не о том. Почему он говорит с парнем, которого убил? Это откровение. Ну, это как-то тупо. Да, да ты сам тупой.
Айпи точно сюда вел? Да, где-то наверху. Вопрос, как туда попасть? С помощью камер. Смотри, какую сеть провели. Это не просто уличная банда. Серьезные парни. Ну и крепость. Просто так не просочиться. Какого хрена? Долбанный Дэдсик. Молокососы хреновы, что не знают про жизнь на улице. Ходить могут. Я видел. Там все круто. Но прикрытия никакого. Копы нагрянут и привет. У меня же все четко. Легавые ко мне даже не сунутся, поэтому маска мне ни к чему. Баян. Ну и что с того? Тоже хочешь? Дуй отсюда!
Сейчас я тебе с разворота на! Вот тебя, да, черт возьми, вот так. Песня. Да, я нагнул тебя, нагнул. Песня, сука, а вообще без шансов. На тренировку сходил бы, что ли? Нет, да, давай, давай, дохни, сейчас прижму тебя, сейчас прижму. Давай, 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 ну, ну. Да, я понял, ты читер, читер гребаный. Давай, секи, 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 давай, давай, давай сюда. Ну все. Я тебе сейчас во все щели. Нет, ты реально загрубный. Это видит. Он ищет данные по картам и передает. Ну вот, еще они легко улучшаются, чувак. Нам надо бы настроить их на новые типы карт. Не парься, все схвачено. Мы их власть хотели на закон. Пирог говорит, меняйтесь. В этом фишка. Давай. Действительно кто-то жил? Скорее, умер. На каждом углу теперь по камере, так что любую мелочевку заметут как два пальца. Занят сегодня? Конкуренции меньше. Но если взять всю мою инфу и досыпать мои возможности, эта система самая то для защиты. Моя берлога, к примеру. Безопасность там на высшем уровне. Все за деньги жителей Чикаго. Большое спасибо всем. Да, ладно. Пора за работу. Что-что? Нет, спасибо. Круто. I want to do the right thing.
следишь за мной? Опять следишь за мной? Хочешь чего-то? У меня больше нет ничего. А то, что вон там, твое. Хрен тебе, понял? Чего тебе не имется? Затрахал уже лезть в мою жизнь, урод! Хватит! Получил? Тебе мало? И так жопу рву, стараюсь, а тебе все мало. Не доверяешь мне? Где благодарность? Где повышение? Я проследила айпишник до той комнаты. Электронный замок. Блин. Ключ в жетоне Ирака. Никто тебя не грабанет, чел. Давай боссу трубку. Ну, нужно время. Так чё тормозишь? Бэтбак, тащись сюда! Эй, положь, откуда я взял? Я просто подумал. Так не пойдет! Помнишь бульдога бабули? Мелкого урода. Тупицу? Всегда прибегал, ты только позови, да? Только еще он вечно ссался везде. Да, да. Сечешь? Ну? Гну, не сечешь. Короче, от тебя одни убытки. Как думаешь, что важнее? Дела или ты? Это мистер Квин. Дела. Куин! Я поставил вас торговать и охранять, мистер Ирак. А вы украли список гостей. Меня нагреть не выйдет. Ио, ты что-то путаешь. Договор был другой. У нас деловое сотрудничество. Твой гость, мой гость. Слушай, давай перетрем на аукцион. Не будьте фредкой, мистер Ирак. Мы таких просто убивали в свое время. Да пошел он в жопу, лепрекон сраный. Че за фредка? Эй, это хорек. Хорек. Что-то надо? Я не знаю, как попасть в этот бункер. В комнаты тем более. Замки на дверях, и те закодированы. Тот же Артрест, Бэтбак. Он мне поможет. Поможет? С чего бы это вдруг? Уверен, еще одна ошибка, и он получит пулю в лоб. И когда облажается, я это запишу. Шантаж – лучший способ найти союзника.
Окей. Открыл тут новости. Какая-то дикая погоня возле Паркер-сквер. По всем приметам, Эйден Пирс. Ники рядом? Конечно. Мы вместе читали. Я ей рассказал про все твои трюки. Она психанула. Секретничаешь, братик? Дай ей трубку. Нет уж. Гони айпишник. Ладно. Это где-то в районе Росси-Фримонт. Маленький сервак за толстой дверью. Охраняет куча бандюков. Теперь понятно, зачем мне помощь. Знаешь, как туда войти? Я думаю. Дай поговорить с Ники. А шуму-то было? Эйден. Привет. Мы уже близко. Подожди. Что происходит? Его послушать, так вы не разлей вода. Не верь ему. Это в прошлом. Ники, не надо его слушать. Думаешь, выдаст твои секреты? У меня их нет. Да ладно, Эйден. Думаешь, я в это поверю? Я твоя сестра. Именно. Сестра могла бы сделать скидку. Да что ты? Твой друг взял меня в заложники, а я делаю скидки. Ну, не сгущай краски. В самом деле. Братишка обиделся, а я и забыла, какой ты у нас чуткий. Да, конечно. А еще ранимый. Хватит, детки. Надеюсь, твой план сработает. Ники в тебя верит.